Всем привет! 14 сентября. Вот это черенки моих гномов, посаженные на бывшую компостную кучу. Вот. Черенки были малюсенькие, по 5 сантиметров. Посажены, по-моему, чуть ли не в июле, в конце июня. Если помидоров, если только успеют они вырасти. Это, значит, вот это смех кукабары. Нижние уже созрели, там один только маленький остался. Вот вторая, третья. Ну, было что-то похожее на фитофтору на них, у них. Вот, а это, наверное, зеленая лапа кенгуру. У меня такое ощущение, потому что там они перепутались. То есть они все-таки уличные. А что это черное? О, вот так вот, серая гниль. И не видела даже. Вот с южной стороны. Это, наверное, зеленая лапа кенгуру. То есть там у них столько. Хоть бы они не замерзли и успели созреть. Вот еще сверху. И вот. В общем, много. И там. Тут еще один острый перец. Вырос большущий. Вот. Так что, в принципе, эти гномы больше подходят для открытого грунта. Ну, если только укрытие от какого-нибудь града и мороза. Вот цветная кукуруза от Ивана Русских. Вот это 2 метра даже больше. Была посажена рассадой. Где она? Вот темненькая. Но еще не готова. На еду готова, а если на семена, то не готова. Спрячем обратно. Вот это более-менее уже на семена пойдет. Вот такая вот. Темненькая. Вот получилась желтая. Ну, вот ли на ней. Немножко единичные темненькие. Это я заберу на еду. Вот такая вот получилась. Местами. Ну, она вкусная очень, когда вареная. Ну, вот такая вот еще есть. А эта кукуруза была посажена семенами. И вот она только-только начинает. Ну, вот первые на солнышке я тут поливала с краю. А так еще вот только-только цветут. Огурцы. Они есть, но их нет, самих огурцов. Ничего не померзло. Виноград не померз. Я его так немножко с двух сторон закрыла. Вот там есть маленькая... Где она? Есть там маленькая гроздь Юпитера. Он уже съедобный, но еще совершенно не окрашенный и не очень сладкий. Посадила сегодня виноград. Это кристалл. Больше носок пойдет на эту вот арку. Пока фасоль здесь. Это вот... Минский розовый, и на него привит Сомерсет Сидлис. Жив один. Все-таки прививка одна выжила. И я ее туда... Ой. Вот она, прививка. Несколько ягодок минского розового первых, в прошлом году посаженных. Еще посадила цирвосагра сегодня из банки. Высадила, не знаю, сама копала яму, может, обо что. Не сильно глубокая. Сомерсет Сидлис мы уже съели. Вот такой вот он большущий. Вот. Вызрели уже снизу лозы. Нормально. 3 лозы точно будет. На будущий год, надеюсь, будет больше урожая. И вот еще остались ВВ-3 и забыла какой-то сорт Прибалт. Чуфа растет. Не знаю, пока не копала. Надо, конечно, выкопать, посмотреть, что там с ней. Одну из любопытства. Брусничка меня радует. Первый урожай мы съели. Такая прям хожу, любуюсь. Думаю, как ее на будущий год размножить. Первый год урожай нормальной актинидии. Что не по 10-15 ягодок. Уже, наверное, пару литров сняла с нее. Сладкая, очень даже сладкая. Очень даже сладкая. Только должна немножко еще полежать. Вот.
Ну, красивая. Прям вот такая, как она должна быть. Только лист уже очень желтый. Не знаю. Вот ей здесь жарко. И мальчик мой. Мальчик какой-то более зеленый. Перцы еще есть. Потихоньку съедаем. Капия больше всех мне понравилась. Потому что у меня на третий ярус этой капии. Тут я наставила на семена. Хотя я уже и поснимала с ним семена. То есть как-то вот они хорошо пошли. Единственная дынька. Скоро, наверное, все-таки созреет. Пекинская капуста второго урожая. Обрываю листики. Помидорки, опять же, из черенков. Вишенка черная. Это виноградик. Юбилейного черкаска. Надеюсь, уже на будущий год что-то с него собрать. В этом году не было. Такие вот. Сверху тоже он. Одну сюда пошла. К арбузам. Остались еще три арбуза. Этот как утренний колокол один в один. Килограмма два. Тут все никак не сниму. Он какой-то еще не похож на спелого. На килограмм. Уже, может, и похож. Какой-то еще нету. Вот у него сизость не ушла. Боюсь, что он еще не зрелый. Хвостик еще тут такой же почти толстый. Очень много тли в этом году. Никогда не было тли на арбузах. Вот. И вот еще один арбуз такой же остался. Свой гибрид одинаковый. Огурцы. Ну, 2 килограмма сняла с них вчера. Помидорная теплица. Вот арбузы уже эти сняла, которые тут были. Посеяла сегодня сидираты. Лен, гречиху и фацелию. Все вместе. Сняла помидоров в ведро 10-литровое. Это осталось. Тут еще осталось. Ну, бурые сняла. А те, что совсем крокодилы зеленые, те оставила. Немножко острых перчиков. Тут вот другие острые перчики. Сегодня острые перчики. Хотя меня пугали, что будут помидоры горькие. Вроде нет. Ну, если только на будущий год семена. Вот еще остались. Ананас. Так, синий ананас. Дошедшие они не такие вкусные. Вот. От гномов осталось тут рожки до ножки. Через один убрала, посеяла, посыпала пока гречиху. Надо полить. Потяпать и полить, если успею.